10 новых компетенций для студентов, школьников и молодых специалистов появилось в этом году на региональном этапе чемпионата профмастерства «Профессионалы». Участники впервые будут соревноваться по таким направлениям, как рекрутинг, эксплуатация беспилотников, акушерское дело и нейросети. Всего 92 компетенции в регионе. Чемпионат стартует уже 25 марта на 15 площадках Тюмени, Тобольска, Ишима и Лутеровска. В мастерстве сразятся более 500 конкурсантов. Победители и призеры, помимо дальнейшего движения в чемпионатной сетке, то есть попадания в отборочные соревнования, выхода на нацфинал, получают возможность пройти стажировку на базе предприятий, партнеров чемпионатного движения. То есть как раз это мероприятие пользуется большим спросом и активностью со стороны ребят. Напомню, Тюменская область участвует в движении профессионального мастерства с 2014 года. За это время свои силы проверили больше 3000 участников. 115 из них стали победителями и призерами национального этапа.